Baby. Hello. Ну, здравствуй, мальчик. Санта-Клаус, ты чего здесь делаешь? Это ты что здесь делаешь, Дед Мороз? Теперь я поздравляю этого украинского мальчика. Ты чего? Я всю жизнь поздравлял его. Я поздравлял его отца, его деда, деда его деда. Ну, признайся, ты просто мешал нам видеться. Пожалуйста. Ну, мальчик, иди ко мне, я расскажу тебе сказку. Мальчик, иди лучше ко мне, я расскажу тебе правду. Я даже не знаю. А какие у вас для меня подарки? У меня машинка. А у меня новый айфон. Новый айфон. А какая машинка? Газ. Газ – это лучший подарок. Ну, не совсем, конечно, подарок, но я сделаю хорошую скидку. Я знаю. Я возьму телефон, продам его и куплю газ. Хитрый украинский мальчик. Ты хочешь на стульчик встать и стишок не прочитать? Ай-ай-ай. Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте, Юлия. Сынко, до тебе пришли сразу два Деда Мороза. Да я даже не знаю, кого из них выбрать. А це нормально. У нас в Україні вечно не знають, кого вибирати. Сам вибирай, а я піду поки в кімнаті посижу. Та, мам, ти вже третій год там сидиш. А це тому, що я не того Деда Мороза вибрала. Ну що, пойдем, я познакомлю тебя со своїми оленями. Поедем в Голландию на карнавал, а? Не забивай парню голову со своей толерантностью. Пусть сам определится, может, ему еще снегурочки будут нравиться, а не твои олени. Ну что, выбирай. Мой мозг с ума сходит. Западное полушарие говорит мне выбрать Санта-Клауса, а восточное полушарие говорит мне остаться с Дедом Морозом. А ты прислушайся, малыш, к сердцу, оно все-таки с восточной стороны.